6-й общевойсковой армии. Возглавляет парадный строй участник боевых действий в Афганистане генерал-майор Шарагов Валерий Евгеньевич. За проявленное мужество награжден медалями за отвагу, медалью ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени и другими наградами. Торжественным маршем проходят подразделения 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Парадный расчет возглавляет командир бригады полковник Пугалев Михаил Николаевич. Офицер имеет богатый боевой опыт, который он передает нынешнему поколению воинов-десантников. Неоднократно десантники признавались лучшим соединением в бойцах округа. Одним из самых знаменательных событий в истории бригады стало вручение 24 августа 2011 года личному составу боевого знамени президентом Российской Федерации. Торжественным маршем проходит парадный расчет 5-й отдельной гвардейской Тацинской краснознаменной ордена Суворова 2-й степени танковой бригады. Во главе парадного расчета командир прославленного соединения полковник Кольчишах Николай Николаевич. Торжественным маршем проходит парадный расчет прославленной 103-й краснознаменной орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого ракетной бригады, образованной в суровые дни контрнаступления под Сталинградом. Возглавляет парадный расчет командир ракетной бригады полковник Соколов Олег Александрович. Торжественным маршем в парадном строю проходит военнослужащий 75-й бригады управления. Парадный расчет возглавляет полковник Палуба Владимир Иванович. В строю данного подразделения идут офицеры и военнослужащие по контракту. Военнослужащие подразделения принимают их участие в боевых действиях по наведению конституционного порядка в республиках Северного Кавказа, самоотверженность которых отмечена государственными наградами и наградами министерства.